Когда сильнее всего верить в новогоднее чудо, как не в детстве? Последние дни декабря для ребят проходят утренники, наполненные особой атмосферой зимних праздников. Малыши поют новогодние песни и водят хороводы. Сегодня у нас у ребят двойной праздник. Сегодня у нас театрализованное представление, где дети отправиться в путешествие. Путешествие у нас очень веселое. Путешествие называется «В поисках Деда Мороза». Ну и сегодня к нам в гости пришли руководители 810-й бригады. Они не просто так пришли, мы с этой бригадой очень дружим. Ребята приходят к нам на физкультурные развлечения, на утренники, дарим мы им и подарки, пишем письма. Благодаря сотрудничеству образовательного центра «Пухта Казачья» с нашими бойцами, воины 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова, бригады морской пехоты и глава Гагаринского района подготовили для ребят подарки. Конечно же, мы им привезли новогодние подарки. Это будут и набор конфет очень вкусных, на самом деле очень вкусных. И мы привезли им пазлы и разные игрушки, которыми они будут играться, будут развивать свою моторику, ну и будут, конечно же, расти и совершенствоваться. Я надеюсь, что детям очень понравится, и мы будем в дальнейшем дарить нашим детям счастье, радость. Пусть они улыбаются, растут, и пусть все знают о том, что мы будем поддерживать всех детей, но особенно, конечно, и детей сегодня, участников СВО. Это прямая наша задача и наша обязанность. Новогодние подарки детям участников специальной военной операции вручают и в Севастопольском театре юного зрителя. Для маленьких севастопольцев в этом месяце проходят 9 новогодних спектаклей. Мария Легина, Анатолий Паньков, Сиб-Информбюро.